Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция монет. Итак, следующая биметаллическая монета на канале. Монета Таиланда, номинал 10 бат, год выпуска 2003. Материал монеты биметалл, центр алюминиевая бронза, кольцо медно-никелевый сплав. Гурт монеты рубчатый с гладкими участками. Отношение к реверсу медальное. Вес монеты 8,5 грамм. Диаметр 26 миллиметров. Толщина 2,2 миллиметра. Монета отчеканена на монетном дворе под Хунтхани, Таиланд. Тиражом 3 миллиона экземпляров. Монета юбилейная и была выпущена к 13-й встрече конвенции о торговле видами дикой фауны и флоры. Происходила эта встреча, на монете можно тут даты увидеть, вот на нижняя строчка, со 2 по 14 октября 2004 года в Бангкоке, в Таиланде. Ну, монета была за год до этой встречи выпущена. Подписана эта конвенция была в 1973 году в Вашингтоне в результате Международного правительственного соглашения. Вступила она в действие с 1 июля 1975 года. Цель этой конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создает угрозу их выживанию. Разные виды животных и растений защищает эта конвенция, допустим, торговлю слоновой костью запрещает, ну и много чего, то есть, чтобы не убивали тех же слонов. Очень огромный документ. Ну и регулирует все эти вопросы между странами. Участниками этой конвенции на данный момент являются около 170 стран. Россия стала участницей конвенции в 1992 году как правопреемник Советского Союза. Советский Союз с 1976 года участник. Ну и проходят встречи не реже одного раза в два года по этой конвенции. 13-я встреча происходила как раз таки в Бангкоке. Ну и по монете эмблема с аббревиатурой этой конвенции изображена в центре. На английском надпись как раз таки вот эта вот 13-я встреча конвенция международной торговли. Ну, на английском языке все это потом дата идет. То, что я уже говорил, октябрь 2004 года. Слева и справа номинал монеты 10 бат, здесь на тайском, здесь на английском. Ну и вверху надпись на тайском, надписи дублируют, как раз таки говорят про эту конвенцию. На другой стороне монеты изображена королева Сирикит. Это на данный момент вдова короля Рамы IX. На данный момент она жива и здорова, 87 лет ей. Ну а король Таиланда в 16 году умер, в 2016. И вот эта королева является активным участником, являлась активным участником этой встречи. Занималась и благотворительностью широко, и вот такими вот вещами. Защита дикой природы. По окружности у нас надписи. Таиланд внизу. Вверху надпись королева Сирикит. Ну и Таиланд. От надписи Таиланд слева и справа
изображены цветки орхидеи. Цена средняя на эту монету составляет 200 рублей. Можно купить и за 150, и за 300 продают, и выше продают. Все опять же во многом зависит от состояния монеты. Хотя разница тут от минимальной до максимальной цены не очень велика. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч, пока.